пойдем. С благословения предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Онуфрия, митрополита Киевской всей Украины, со 2 июля к нам в Харьков была доставлена чудотворная Почаевская икона Божьей Матери, которая будет находиться со 2 до 8 июля. Два дня находилась в Свято-Благовещенском кафедральном соборе. И сегодня, как вы видели, крестным ходом она была доставлена для поклонения верующим в Свято-Покровский монастырь. Она будет находиться, как я уже сказал, до субботы и будет направлена в следующую епархию. И 27 июля они все будут доправлены в Киев, на Владимирскую горку, где будет совершен благодарственный молебень. И на следующий день, 28 июля, в Киево-Печерской лавре будет ослужена божественная литургия в присутствии всех чудотворных икон Украины. И сегодня, конечно, большая милость для народа нашего слобожанского, что она приехала, Божья Матерь приехала к нам, и все люди имеют возможность поклониться ей. Разные иконы чудотворные, которые находятся в Украине, путешествуют в разные епархии. И так Владыка Блаженнейший благословил, что иконы, которые находятся на Западе, они даются на восток, с востока на запад, с севера на юг, с юга на север. Как будто благодатной паутиной Пресвятая Богородица покрывает нас, всех верующих, своим молитвенным и спасительным амофором.